Всем привет! С вами Макс 4. Я долго отсутствовал. Летал в космосе, как летал Гагарин. И все наблюдал. Наблюдал за развитием Ютуба 11 лет. Узнал о нем еще в 2013. Конечно, да. Мы все часто вспоминаем. Вот бы биткоин был бы снова, как говорится, по 10 центов. Я бы тогда залетел. Но начинать что-то в жизни надо. И самое подходящее время сказать себе, а сделай это сейчас. Потому что нет лучшего времени. Оно сейчас. Сегодня я потратил целый день, точнее последние два дня, на перезагрузку. Прошлый сезон я приезжал в Гоа с палаткой и так и не сходил, не поночевал в джунглях. Да, я там был много раз, но я там не ночевал. Ночевать в джунглях, да даже в храме где-нибудь на открытом воздухе в Индии, ну, надо иметь хотя бы минимальную смелость. И вчера я наконец решился, переосмыслил все, что я делаю не так. И понял самое главное. Я чего-то боюсь. Боюсь. Но чаще всего я, если чего-то боюсь, то стараюсь смотреть страху прямо в глаза. Потому что слава, у нее есть много ореолов, ипостасей и всего такого. Сегодня целый день я смотрел, так скажем, историю приезда Фишая в Гоа, впоследствии как Гринч, в принципе, с первого видео его пересмотрел полностью. Он сидел по баньянам на Рамбольской горе и записывал свои мысли. Вот, так что привет тебе, великий. Вот, Юля, привет. Да, там, конечно. Я вообще обо многом не знал. Вот, но тем не менее, посыл каков? Никогда не поздно начинать. Каждый начинает в разное время. У меня накопилось много материала, но есть у меня одна проблема. Я тупо ленюсь монтировать. И, наверное, это то, что не давало мне начать это делать. Ну, долгие ролики там и так далее. Хотя, казалось бы, монтаж это ж вообще просто. Тем более в наше время с технологиями и доступными приложениями. Снимаю я на тапок. Я натурально поставил на тапок свой телефон. И он пишет этот материал. Вот. Мне всегда комфортно по жизни говорить с гитарой. Это как артефакт, грааль. То есть, когда гитара рядом, я чувствую себя уверенно. Но я думаю, надо сыграть свой главный бенгер, который, по сути дела, на подсознании родился в Индии, написался в России, переосмыслился в Питере и снова, так скажем, воспроизвелся сейчас на Гоа. Конечно же, это «Кошка Гагарин». Что может быть более руфельного этого поп-панк текста. Вот. Ну и, как говорится, индийские вставочки о гуашной действительности и всего прочего. Хочу отрастить волосы. Блин, сейчас такой бесячий режим. Мечтаю о дредах, чтобы когда-нибудь просто сидеть и играть слабую долю под регги и элэйоли. Ну чё, итак, поехали. Кошка Веган. Кошка веган, мур-мур, кыс-кыс, моя кошка веган. Кошка веган, мур-мур,
сказкою красавица, но пизда смешный джангл тоже нравится. Как проведем мы это с ней лето? Запишет диктофон, расскажет кассета в наушниках и плеере. Так мало места, но я-то знаю вайбовое место. Здесь в рамболе всякое случается. Кто-то гуд-курит, кто-то просветляется. Но я стою, играю свои песни, и мне хорошо, и я с вами вместе. Мур-мур, кыс-кыс, мур-мур, кыс-кыс, моя кошка веган. Зачем еще медиатор-музыкант? Чтобы кидаться.